Ребята, всем огромный привет! Меня зовут Алена, и вы на моем канале о вязании «Игрушки крючком от Алены Кот». Я уже второй раз записываю приветствие. При монтаже я случайно удалила несколько частей, и восстановить их мне не удается. Поэтому записываю снова. В кадре чайка. Было много вопросов, есть ли мастер-класс, где найти мастер-класс. Отвечаю. Группа ВКонтакте «Игрушки крючком» от Алены Кот. Через поиск находите в разделе «Товары». Этот мастер-класс у меня в продаже. Так, сегодня будет видео о готовых работах. Будет много игрушек. В наличии у меня практически ничего нет, остались только процессы, о которых я также расскажу в этом видео. У меня был один маленький заказ, были игрушки для магазина, и я получила заказ оптовый. Тоже начала его вязать, в этом видео я вам его покажу. Желаю вам приятного просмотра. Сначала вам покажу повторы, игрушки, которые я вяжу постоянно. Это вот такие лягушечки. Я их вяжу постоянно. Это все игрушки сейчас, какие буду показывать. Они все пойдут в магазин на реализацию. И вот лягушечки вот такие очень хорошо там продаются. В большом количестве я их не вяжу. Ну вот заканчиваются, и я подвязываю снова. Так, лягушки. Потом я вязала своих котиков, мини-котиков, колобков. Вот одного такого вязала из велюта, это тоже мини-котик. Вот двоим я вышила усики, так как и для котиков в мастер-классе я оформляла. И вот этим не стала вышивать. Ну вот, чтобы такие были. Разные котики. Мне, в принципе, и без усиков тоже нравится. Большим я усики не вышиваю. И бровки тоже не вышиваю большим. Так, маленькие. Дальше. Дальше я вязала по своему мастер-классу вот таких малышей. У меня есть мастер-класс малышей. Там 4 игрушки по одному мастер-классу вяжутся. И кошечка, зайчик. В мастер-классе есть еще мышка и собачка. Ну, вот я связала пока зайчиков. Вот такому приклеила. Это атласное сердечко. Просто наклей. Вот. И эти просто без оформления игрушечки. По этой же схеме я, видимо, когда-то вязала белочку, но она мне лежала в недовязах. И вот я ее оформила. Пришила хвостик. Вот такие кисточки сделала. Это тоже вот по схеме на малышей. Но в мастер-классе белочки нет. Это просто был мой эксперимент. Я вязала белочек, но по другой схеме. Тоже малыши. На нее у меня не оформлен мастер-класс. Ну вот принцип там такой. Я если найду фотографию, я вам вставлю, покажу, какие они были у меня раньше. Потом я связала вот такого котика. Это как котик Басик, но он поменьше. Чуть-чуть я уменьшила схему. Дальше я связала пандочку по своему мастер-классу. В прошлом видео я вам показывала котика. Но вот из оформления я не стала больше ничего добавлять. Сделала ему, связала сердечко в лапке, вот закрепила, он держит. И в эту же серию вот у меня новая мышка. Я связала мышку по мастер-классу пандочки. Ну, с небольшими изменениями, соответственно. Вот такие усики ей закрепила. Вот. Так что это новиночка. Потом я вязала зайку
масик, это мастер-класс Ольги Скип, и связала чихуашку, тоже по мастер-классу Ольги. Вот такая малышка-чихуашка. Я, честно говоря, уже в процессе поняла, что я не поменяла цвет лапок. Вот кончики лап по мастер-классу должны быть такого же дополнительного цвета. Ну, я думаю, что и так довольно симпатично смотрится. Мне понравился результат. Я вязала первый раз таких. Ну и последние игрушечки, наверное. Хотя нет, не последние. Ну вот такие вот утятки. Я выпустила мастер-класс вот на таких маленьких утяток. Это были мои эксперименты. Вот такой пушистенький из Ализе Софти Плюс. И из Велюта тоже я одного связала. Вообще вязала сначала, вот не набивая тело, вот такого мягкого. Даже хвостик ему не делала. Потом вот это тоже без хвостика. Получается вот три с хвостиком, три без хвостика. Потом решила добавить хвостик. Так, конечно, он смотрится симпатичнее. Это вот я его уже набила. Вот эти первые три у меня. А нет, этот вот, этого я тоже набила. И, кстати, глазки тоже я вот экспериментировала. Здесь 6 миллиметров, а тут 7. Здесь, наверное, тоже 7. Да. Ну вот из Ализе Софти Плюс прям красота. Мне очень понравился результат. Солнце у нас вышло. Так, и еще у меня есть целая куча процессов. Это вот такие лягушки. В прошлом видео я показывала, как я вяжу свой оптовый заказ, и мне в комментариях написали о том, что мне хотят сделать тоже оптовый заказ. И мы вот с девушкой списались, и вот она попросила меня связать вот таких лягушечек. Я вот уже начала тут, пока вяжу заготовки, потом буду все вместе оформлять. Одну вот я связала сразу показать, как я вяжу, какой размер у меня получается, потому что все вяжут по-разному, разной плотности. Вот у меня лягушка получилась 8 сантиметров. Я мерила вот так вот, от края глаза и до края лапки. Это мастер-класс Надежды Лебедевой. Вот эти лягушечки, кстати, вот я раньше считала, что они очень красивые. Ну, они мне и так нравятся. Но вот когда я связала лягушку Надежды Лебедевой, мне вот этот вариант понравился больше. Она чуть стройнее. Здесь разное количество петель. Здесь чуть поменьше. И вот мне она показалась... Ну вот, красивее, что ли. Мне самой больше вот этот вариант понравился вязать. И вот я сейчас вяжу эту неделю, буду занята работой вот над этим заказом. И мне еще нужно будет связать тоже один заказ. Я вам, наверное, позже покажу, что это будут за игрушки тоже. Нужно будет там небольшое количество игрушек на повторе связать. Поэтому, наверное, буду делать еще одно подключение и позже покажу, какие игрушки я вяжу. Я вяжу кроликов. Пока вот у меня такие детали. Все сейчас сначала отвязываю и буду потом собирать. Вот связала сердечки. Для каждого зайчика будет сердечко в своем цвете. Вот такое с блесточками. И обычные из Bunny Baby. Нужно еще закрыть отверстие. И буду, когда уже собирать сердечки, буду в лапки вставлять в последнюю очередь. Вот у меня один зайчик уже готов. Всех остальных я тоже собрала. И осталось закрепить сердечко в лапках. Вот они выглядят уже завершенными. Все я доделала. Сейчас буду упаковывать и отдам заказчице.
Да. Этих зайчиков я вязала в качестве приза в детской школе бального танца. Будет турнир в эту субботу у нас в Санкт-Петербурге. И в качестве, ну, я даже не знаю, как сказать, просто я, получается, являюсь одним из спонсоров этого мероприятия, и я предоставляю от себя свои игрушки. Будут разыгрываться какие-то, проводиться конкурсы и разыгрываться мои зайчики. Вот. Так что все готово. Мы вышли на прогулку с Сёмушкой, с моим помощником. У нас сегодня такое солнышко, морозец. Вот, сейчас немножко прогуляемся и снова за работу. У нас с утра было минус 19. Что там? Кто там, Сёма? Кого там увидел? Уже мне казалось, что наступает весна. Прям такая погода была, все таяло, солнышко, птички поют. И тут опять вернулись у нас морозы. Поэтому мы еще утепляемся. Да, Сёмушка в сапожках. Я тут решила из серединки вытащить кончик. И вот что у меня вылезло. Да, я продолжаю вязать лягушек и вяжу пузики для них. Чуть не забыла показать вам вот этих кроликов, большого и маленького. Мастер-класс, автор Татьяна Бычкова. Я, честно говоря, не успела связать котика, пока мне не хватает времени. Ну вот тестировала я Таню на мастер-классе. Сначала на большого кролика у нее вышел, потом на маленького, и вместе с маленьким кроликом зайчик был. Вот потом у Тани вышли еще дополнения по большим ушкам, вот для кролика тоже я еще не успела. Ну вот то, что успела, показываю. Могу рекомендовать вам эти мастер-классы, все подробно, понятно описано, схема простая, вяжется быстро, просто, и результат, мне кажется, отлично получается. Вот такие малыши, ярмарочный вариант. Вот это вот, наверное, ну вот нас особенно актуально, скажем так. Вот такие красавчики. Итак, на сегодняшний день, а сегодня пятница, у меня связано 40 заготовок на лягушек. И у меня сейчас, наверное, есть еще, может быть, часа полтора свободного времени. И я еще их повяжу, а за выходные уже буду все оформлять. Я думаю, что до конца недели 50 я как раз сделаю хотя бы половину. Вообще планировалось до конца недели полностью всю партию сделать. Мне нужно 100 штук связать. Вот, но получается так, что я немного не рассчитала, и мне пришлось 2 дня выделить на вязание зайчиков. И получается, лягушек я вязала только несколько часов одного из этих 2 дней. И не укладываюсь. Вот. А сейчас кроликов этих, зайчиков, неважно, я отдала. Все, заказ этот выполнен. И уже буду вязать только лягушек. Вот. Наверное, в этом видео я вам не покажу готовый результат. Хочу уже смонтировать и выложить это видео. А вот на следующей неделе я вам покажу и готовых лягушек. Я уже, надеюсь, к тому времени оформлю. Вот. И покажу еще игрушки, потому что у меня там тоже еще один есть заказ. Он не срочный, поэтому лягушками я занимаюсь в первую очередь, а потом уже возьмусь за тот заказ. Вот. Так что на этом все. Спасибо вам за просмотр. Я надеюсь, сегодня я и
выложу это видео. Поэтому заранее желаю вам отличных выходных, хорошего настроения, творчества, вдохновения и всего самого доброго. Все, до встречи в новом видео. Пока!